В эти часы в Барнауле проходит ключевое событие в лесной отрасли страны – Национальный лесной форум. Он охватывает около 2000 экспертов – экологов, геодезистов, егерей. В столицу края приехали депутаты Госдумы, известные журналисты. Четверть территории края покрыта лесным фондом. Сегодня в отрасли нашей леса, лесопереработки трудится более 7000 человек. В этом году Национальный лесной форум прошел в трех городах. На площадках специалисты обсуждают проблемы, отталкиваясь от специфики региона. Участники уже посетили Бобровское лесничество, питомник редких птиц Алтай-Фалькон. Сегодня главное событие дня – подписание соглашения между правительством края и Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржей. Правительство, администрация заинтересованы в том, чтобы внедрять новые способы прозрачной системы ценообразования, с тем, чтобы внедрять новые механизмы торговли. Предложения, которые сегодня прозвучат на площадках, помогут внести коррективы в законопроектах. Подробности смотрите в вечернем выпуске.